Ну, сложно играть, да, было сложно. Противник был мотивирован, открытый стадион, добротные игроки и так далее. Плюс нам надо было как-то реабилитироваться за проигранную дома. Ну, где-то преимущественно Тобол, мы на контратаках играли. Были моменты Тобола, были первый тайм у нас. А во втором тайме тут пенальти. Молодой парень, 19 лет, ну, что сделать, учится. Ну, хорошо, не дрогнули. Отквитали гол, и потом меньшинцы. Буквально 30 минут играли в меньшинстве, забили гол, отквитали. Честь и хвала, ребята, мужики. Так сказать.